В начале ночной пожар с летальным исходом. Накануне на улице Розы Люксембург вспыхнул частный дом. Стихия распространялась молниеносно, помогали деревянные перекрытия постройки. Несмотря на то, что с огнем сражались 29 человек и 11 единиц спецтехники, пламя уничтожило 30 квадратных метров жилья. К сожалению, не обошлось и без жертв. Возгорание обнаружили слишком поздно. Потушить горящий дом спасатели смогли только через 2 часа. В итоге 82-летнюю хозяйку и ее 56-летнего сына спасти не удалось. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправная дровяная печь, которой погибшие отапливали дом.